Ребят, всем привет. В общем, сегодня мы что сделали? Сегодня мы сходили на учебу, задали ПЦР-тест, а потом встретили доставочку с кое-чем. И сейчас подстриглись. А все почему? Потому что мы завтра вылетаем в город Сочи на Сочи Дрифт Челлендж. Мы участники. Сейчас нужно приехать домой, собрать чемодан и в Сочи. Так, ребят, поясню чуть ситуацию, для чего нам вот эта вот пушка-ствол. Это донор. Сейчас снимаем с нее коробку сцепления и ставим Денису Сорокопуду, чтобы он принял участие в СДЧ. Вот так как они одна команда, вот это вот, как говорится, взаимопомощь, взаимовыручка. Ну, наше дело нехитрое, крути болты, готовь машину. А у нас здесь довольненько таки прохладно, кстати. Елочку поставили. Все, Новый год уже, да, получается?